Почти половина всех волонтеров, задействованных на играх, сочинцы, а большая часть сочинских волонтеров – сотрудники сферы образования. Учителя, воспитатели, руководители вместе со своими воспитанниками получили заслуженные награды из рук мэра города Сочи. Сотрудники отрасли большой командой участвовали в этих играх. Учащиеся были волонтерами, учителя и воспитатели были волонтерами, работали на различных фронтах нашего города в период проведения игр. И, может быть, благодаря нашему участию, участию наших педагогов и наших детей, эти игры получились гостеприимными и дружелюбными. Эти цифры поражают и восхищают. 700 преподавателей, воспитатели, олимпийские добровольцы. 1000 детей, 200 педагогов, городские волонтеры. Еще более 2000 юных сочинцев, артисты, выступающие на церемониях открытия и закрытия игр. Десятки тысяч детей и педагогов, участники эстафеты олимпийского и паралимпийского огня. Наши учителя работали не меньше, а может быть больше даже, чем строители. И нашим учителям предстояло поменять ментальность, научить детей, а через детей и самих родителей тому, что такое Олимпиада, почему она так нужна России, почему ее нужно было проводить. И я думаю, что это нашим учителям удалось. Благодарность сотрудники отрасли образования города Сочи получили на самом высоком уровне. Спасибо им передал президент России Владимир Путин. Ведь именно благодаря работе волонтеров гости игр увидели, что Россия не только сильная, но и спортивная и культурная страна. Это признание заслуг и не только каждого индивидуального человека, это признание заслуг в первую очередь большой отрасли образования, несколько тысяч педагогов. Очень большая армия школьников, дошкольников, воспитанников учреждений доп. Образования, потому что действительно все, что можно было, отрасль сделала для того, чтобы состоялось это большое событие. Имена всех волонтеров, получивших благодарственные письма, теперь в буквальном смысле вписаны в историю Сочи и Олимпийских игр. Игорь Кирпа, телекомпания ФКТ.